Барон Резортс, Египет, Шарм-эль-Шейх. Самый север бухты Шаркс-Бэй, Монтаза. Территория огромная, но не совсем зеленая. Одно здание поделено на два крыла. В следующем году планируется переоборудование номеров. Между отелями есть торговая улица. Там же расположена, кстати, дискотека, бильярдный клуб, бесплатный для отелей Барон Резортс и Барон Палмс. На дискотеку до двух ночи можно прийти и включаются напитки алкогольные. Барон Резортс – отличный отель, в том числе приспособленный для детей. В отеле новый детский клуб и открытая детская площадка. Коляски, горшки, кроватки предоставляются бесплатно. Можно также заказать индивидуальное детское питание. Два бассейна, один олимпийский детский. Олимпийские детские подогреваются зимой. Есть частично крытый бассейн с морской водой, не подогреваемый. Зона только для взрослых. Анимация активная. Ежедневные спортивные мероприятия, вечеринки. Территория равнинная, как вы заметили, нет каскадов и ступеней. Пляж длиной 600 метров, песчаный вход в море, есть красивый коралловый риф. Также есть лагуны. Понтон короткий, всего 140 метров. Коралл находится в зоне заповедника и охраняемый на предмет сохранности. До обеда был большой отлив. Море становится по щиколотку. После обеда возвращается обратно. Можно полноценно купаться с берега с детьми. При бронировании через туроператора все туристы приезжают по концепции премиум ультра все включено. На видео, кстати, вы видите понтон во время отлива. Включено неограниченное посещение всех 5 а-ля-карт ресторанов. Нужно записываться заранее. Вы видите сейчас стандартный номер с видом на море. Его еще называют супериор. 40-43 квадратных метра, достаточно просторный. Как я уже говорила, есть новый детский клуб на территории и детская площадка. Мини-бар в номере включает в себя пару банок пива, софт-напитки пополняются каждый день. В концепцию питания включены соки фреш, пакетированные соки, импортный алкоголь, 5 наименований, местные напитки 24 часа. Если вам понравился обзор, подписывайтесь, будут новые отели, новые страны. Спасибо за ваши лайки.